Вот, пожалуйста, результат. Убивает клеща. Приветствую всех на своем канале. Сейчас такая тема, что во время главного медосбора также клещ атакует пчел. Что же в этот момент делать? Ну, я делаю профилактику тем семьям, не сильным отводочкам таким вот, делаю профилактику такого рода. То есть я беру терпентинное масло, такой вот лоскуточек, пропитываю его этим маслом и подкладываю снизу под расходом. Какова его эффективность? Ну, что я хочу сказать, что, как я проверил уже, после двух обработок от клеща, пластины, ну, и делобик, вот, я еще обрабатывал вот этим терпентинным маслом. Что я хочу сказать, что клещ продолжал сыпаться. И поэтому вот, почему сейчас можно этим обрабатывать, так как это является натуральным средством, то есть сделано оно из хвойных деревьев, то есть это их масло. Вот, и поэтому я таким образом обрабатываю. Сейчас я покажу, как это делаю. Таким образом смачиваю. И кладу на дно улья. Вот, пожалуйста, результат. Убивает клеща. Эта семья заклещеванная была, я заметил на пчелах. И вот видно клеща здесь. Невооруженным глазом даже видно. Вот один, второй, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой, восьмой, девятый, десятый, одиннадцатый, двенадцатый. Вот, пожалуйста, вам и показываю, как работает терпентинное масло. Сами видите. И таким образом я помогаю пчелам избавиться от клеща. Вот. Все очень просто. Ну, уже, в принципе, скоро последняя катка меда будет. И тогда уже по полной обрабатывать пчел от клеща. Все, всем всего хорошего, пока.